значит очень-очень много для меня, как для певицы, потому что меня зовут Вика. Я родилась в небольшом поселке в Казахстане, но мои мама с папой уже на тот момент отделились от своей семьи и жили в Якутии, поэтому свое детство я провела в маленьком городе под названием Мирный. Он славится замечательными алмазами, но кто бы мог подумать, что, живя за много-много тысяч километров от Мекки, шоу-бизнеса и музыки под названием «Москва», возможно было случайно оказаться на кастинге, возможно было случайно осуществить свою самую-самую большую мечту. И знаете, для меня это значит только одно, что все мечты когда-нибудь обязательно сбудутся. Поэтому я вам желаю, чтобы все ваши мечты сбывались. Пусть и у вас произойдут такие вот чудеса в жизни, как и в моей когда-то. Я очень благодарна этому случаю, очень благодарна музыкальным продюсерам, которые в меня поверили, и очень благодарна слушателям, которые в меня когда-то поверили, и очень рада, что спустя какое-то время, немного 20 лет прошло, но я все еще рада сегодня приезжать к вам в гости, петь вместе с вами хором свои любимые песни. И следующая песня называется «Лэ-лэ-лэ».